Гомельский городский совет депутатов проводит конкурс сярод органов территориального громадского самокирования. Сегодня комиссия совета ознакомилась с проектами, которые были реализованы у советском районе. Как мясцовые жихары добро упорядковывают дворовые территории, ведают наши корреспонденты. Молодежный жилый комплекс «Сонечный» побудовали крыху больше, как 30 годов тому. Прикладно тады тут зарабили добраупорядкование территории. За минулый час нечто взломалось, нечто состарело морально. Сегодня архитектурная майстерня комплекса пропоновала жихарам обмерковать новый проект. У вынику его подтримки на дворовой территории з'явится дитячий городок и павильон для проведения мероприемств. А вот соседи комплекса свой проект уже реализовали и сегодня презентовали комиссии мясцовым жихарам новую гульнявую пляцовку. Побудованную у лику и за кошт самих людей. Сначала ходили по домам, да, вот и собирали, убеждали, тому показывали какие-то проекты, которые будут на данной территории. Жители сначала, конечно же, срабатывает процентов 10-15 до 30 в первую волну. Но когда появляется первый, второй, третий объект и понимают, что хочется еще, хочется развиваться еще, то начинают продолжать сдавать средства. Этот конкурс уже стал традиционным. Как чекается, 18 лютого городский совет подведет выники и огучить имя переможцем. Но в комитете территориального громадского самокирования «Сонечный» кажут, что у вынику отримания первого места на отриманные сродки закупят спортивные тренажеры, которые установят на дворовых территориях. Урешце, это одночасовая пропаганда здорового ладу життя и махчимость для детей проводить вольный час с корыстью. При этом у «Сонечным» подкресливают, что все зробленное было бы немахчимо без допомоги коммунальных служб. Створение для людей належных умов для отпочинку – справа огульная. Обязательно сотрудничество, как минимум, с коммунальными службами, потому что, начиная, будучи у зачатия этого движения, мы помогали им техникой, мы помогали людским ресурсам, поддерживая их инициативы и направляя в нужное русло. Кроме этого, вторая составляющая, кроме коммунальных служб, это прежде всего спонсорские направления таких предприятий, мощных предприятий, которые готовы приобрести. Люди сами идут на прием к директорам где-то, да, и просят помочь спонсору купить какую-то скамейку, купить какие-то качели. Третье – это обязательно участие наших депутатов, ведь все это происходит под их кураторством. Они стоят во главе. Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».